И снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы проходим Black Mesa. В прошлой серии мы остановились на том, что вот с этим братюней добрались до этого места. В прошлой серии вообще был жопораздирающий. Нам встретился куча отряда спецназа, танк, вертолет, этот, как его, Гаргантюа. В общем, была полная жопа. Here, let me get out of your way. Смотрите, какие модели, да? Все-таки постарались разработчики. Тем более, что это разрабатывали Black Mesa Team. То есть не профессионалы, а любители. Бронированные, что плохо. Reload, Dr. Freeman. Окей, как скажешь, братья. Да, я здесь еще такой феномен был в прошлой серии. Ну-ка, будете двигаться? Ящик двигается, смотрите сам. Я его не трогаю сейчас, я отойду даже. Положу его и отойду. Отойдем. Смотрите. Ужас какой. Просто кошмар. Ну ладно, давайте дальше двигаться. Это что за параша такая? Фу, какая гадость. Фу-фу-фу. Фу. Давай тут не будем трогать. Ой, бля, братигон ты. Мочи, хули ты стоишь? Чёрт, блядь. Я спас твою черную задницу. Блядь, не до конца. Я спас твою черную задницу. Неловко. Конечно, неловко. Вроде ты не грилл, должен с оружием управляться как-то. Не грила из Нижнего. Нью-Мехико. Ага, лямбда-комплекс. Неужели мы добрались до лямбда-комплекса? Дохлый спецназовец. Так, видимо, нам в этот люк. А, давайте сплаваем вниз, посмотрим, что там. Надеюсь, нету этих их тел. Ну, отцепляйся. Да я не знаю. Ты же здесь обитаешь, блядь. Ты подскажи. Я так осматриваюсь. Лампочка на таком опасном... лампочка, вернее, это отражение. На таком опасном уровне от воды. Сейчас не так. Сними его нам туда в люк. Сделать лучше. Так, вот мои процедуры закончены. Ты со мной, я так понимаю, не пойдешь, да? I think I'm gonna find another way out that doesn't involve swimming through shit. Какой, смотри. Стоп, thanks, anyway. Ну, смотри сам. Мое дело предложить. Ой, там кто-то разбился, смотрите, с такой высоты. Насмерть. Ой. Стоять. А где наша пушка? Ну, тут нету ее. Видимо, здесь. С пушками у нас разговор короткий. Вот так вот ее. И тебя вдогоночку. Одна единственная была, я так понимаю. Так, здесь неплохо было бы использовать дробовичок. Наконец-то наш любимый монстр, а? Потому что спецназ меня так затрахал, а это какой-то ужас, просто дикая жесть. Я не помню в первом Half-Life такой сложности по спецназу, да, я помню, что это, конечно, был не подарок. Но здесь вообще, по-моему, жестче все сделали. Ист. Ист, вест. Так, нам туда на запад. Видимо. Барнакл. Убил на всякий случай. И нам сюда, видимо. Еще один барнакл.
модели. Умри. Сула. Ну какой прыжки, а? Или я такой косой? Вставай. Не хочет. Блин, вот воду теперь я не люблю из-за этих ихтиозавров, блин, мать их. Ты сдох? Ты не сдох. Красавчик какой, посмотрите, а. Блин, вот... Кому в голову могло прийти такое, блин, извращенные, а, фантазии? Да вы запарили, да неужели опять плюс нас? Сколько можно, а? Только я подумал, что, блин, я в безопасности от них. Какие-то жернова. Можно проплыть, по-моему. Так и сделаем. Что такое? Что у меня просто? Пар? Еще я там видел одного. А, он там наверху. Скользи. Блин, как ужас. Вы чего мне предлагаете, туда, что ли? Блин, там спецназ, я чувствую. Мало того, что мне сюда как-то... Как-то сюда я не хочу. И, судя по всему, не могу. Он меня засасывает, блядь. По трубе. Видимо, нет. Ну, давайте смотаемся назад. Да что это, ё-моё. Почему-то мы же... Плохо плавает еще, я так понял. Отражение от воды, смотрите, да? Или просто глюки, текстур. Ага, сюда надо. Двух стволов. Какой внезапный мужчина. Хорошо спрятали, да? Все-таки ящики полезно разбивать. Да что такое? Куда идти мне, а? Ну, блин. Там дверь все равно не открывается. Ну, видимо, назад. Все-таки назад. Сейчас я буду, похоже, жестоко раздавлен. Эй, блядь, эй, блин. Что ходил в жизни, что не ходил, это мой красавец. Тут сидишь, меня ждешь. Так, ну здесь мы не поднимемся. Под водой прохода нету. Вода так отражает, да, смотрите, как классно. Под водой прохода нету. Давайте, блин, Фриман. Свободный человек. Ты же свободный человек, а? Сюда нам не пройти. Отсюда... А, все, здесь же дохера еще все так. Это смертельный труп. Здесь нам не пройти.
были барнакла. Тут вашу мать тупик. Опять запары, а? Опять чертовы запары. Все-таки я зря, да, туда вылез. Видимо, там путь к выходу где-то надо будет поискать. Я не залезу. Или залезу? Да, не залезу, смотрите. Круто. Может, наверх пойти? Да, вот это колесо, как бы, я оттуда как бы не прошел бы все равно. Я тебя вижу. Ты одна единственная, да, здесь была? Хорошо так. Сволочь, а? Ждали меня здесь. Так, нам наверх. Давайте, вот здесь еще лестница была. Смотаемся туда наверх. Посмотрим, что там. Любопытно. Любопытно. Я, по сути, свой любопытный человек. Я отцеплялся бы еще хорошо. О, неплохо так. Хорошо так. Извиняюсь, что я кашляю, я просто курю ужасно. Не могу это дело бросить. Ох, тревожная музычка. Тварь летает. Опять что-то. Я уже не могу не материться. Я думал, все кончилось с этим спецназом гребаным. Пиздец, я их разорвал. Вообще не возьму. Пардончики. Просто думал, я все покончил с этим спецназом. Да ты что ты будешь делать, а? Ну, блядь.
ребят, давайте завязывать, а? Хватит уже возрождаться. Сколько их нужно убивать? Потому что здесь целая армия США. Как же армия? Армия тут без солдат будет существовать. Это, видимо, был штаб какой-то очередной. Ну, один Гордон Фриман вынес. Чё-то против танка, против самолета, блядь. На меня хоть направляйте, хоть, блядь, действительно всю армию США. Ну, имею в виду на Гордона Фримана. Всех вынесем. Так, ну, наконец-то мы добрались до военного комплекса, что ли? Хавайте, хавайте его, блядь. Так, молодцы, да чё вы до меня докопались? Ой, а это вы? Поставили, понимаешь, посреди дороги свою херню какую-то. Так, ну я не понял, мы в Лямбде или где мы? Мы где? Напрашивается рифма. Вроде тихо так. Подозрительно тихо. Чего? Я двигаю. Аптечка, когда она не нужна. Лифт, блин. Не люблю я лифт в этой игре, а. Сейчас опять как-то мы упадем или... Что-то, блядь, нас за задницу укусит. Два, говорит. Ну ладно, два так два. Три, говорит, три так три. Четыре, ах ты ж мать моя. Пять сейчас будет, наверное. Нет, пять. Радиация. Да ладно. По трубам. Пять спецназ, а? Это закончится. Понял, уже не наступать. Здесь что у нас? Какой-то аппарат. Доильный аппарат, что ли? Не смейте, ничего нельзя сделать. Наверх, наверное. Так, давайте наверх залезем. Так, хорошо. Прекрасно. Так, ну нахера же нам сюда тогда? За этой маленькой пиздюлькой, что ли, залазили? Да твою мать. Ты меня не видишь. Будем действовать стелс. Если получится, конечно. Ух ты, смотри, что творят, а. Видимо, не получится. Кто скинул-то? Еще один дельный аппарат. Сучи потроха. Как хорошо зашло почти сердце. Главное, смотрите, я не в бронежилет, а в тело.
Так, ну здесь также нехер делать. То он радиоактивный, то добавит. Так, идем дальше. Здесь нам не пройти. Давайте подождем, пока они друг друга перемочат. Мочите, братюни, мочите друг друга. А я здесь подожду. Ибо нехуй. Видимо, спецназ победил. Прощай, танк моей мечты. Смотрите, какое. Какой квайт? Умри, блядь. Надеюсь, ты один там остался после этого всего месива. Да, тут жестко было у них. Радуюсь, что мы не успели в этом поучаствовать. Так, я пойду поверху. Где ты, блядь? Таким страшным голосом говоришь. Какой-то автомобильный ангар, что ли? Езжай домой, я в свою Америку. Зайти не можем. Тут можем. Ни хрена. Думал, муж взорвется. Так, нормально. Так. Ну где ты там? Выходи, подлый трус. Выходи тогда, раз устал. Ну-ка, подвинься-ка. Где-то рядом, прям я слышу. Прям как будто он из анального отверстия моего говорит. Блять, не вижу я его. Что дует, блять? Ты где нахуй? Дует ему. А, подождите, подождите. И здесь его нету, а? Delta team, clear. Где-то, наверное, там за углом. Срет сидит. Так, где ты, мать твою? Подождите. Его нету. О. Так и знал, что что-то здесь нечистое. А как тебе граната? Нормально. На тебе еще. Не попал. Вот так вот. Уничтожим. Хорошо. А этот все что-то пиздит, пиздит, там клэр, клэр. Видимо, слепой, что ли, блядь, не видит меня. У него все чисто. Чисто, чисто. Ничего не вижу. Врага не вижу. Блять, только я подумал, что мы отделались со спецназа, а у них здесь еще больше, блять, с турелями, с танками, с чем, блять, только угодно.
Так, надо сохраниться. Открывается, это открывается. Наконец-то лямбда собственной персоны. Хоть здесь-то поспокойнее будет. О, нет. Здесь ни грамма не спокойнее. Что-то нам надо включить. Ну, давайте сначала посмотримся. Ага, лифт. Понятно. Как только сядем на лифт, сразу на нас посыпется всякое говнище. Ладно, делать нечего. Включаем лифт. Реактор комплекс. Ну что-то хочешь на... А, ну включи же. Надо держать кучки подальше. Я так думаю. Попала, сволочь, а? И здесь достала. Кто вы? Я вас не звал. Идите нахер. А, такая же тварь. Бусквит. Ух ты. Все заляпали своим говнищем. Такая же комната управления лифтом, только на нижнем уровне. Так, там были типа какие-то коробки. Туда нам? Нет. Сюда. Наверное. Там какие-то ништяки. Давайте туда зайдем. Сюда нельзя. Это пустая, это полная.
Ага, сюда. Понятно. Комплекс Лямбда тоже подверглась нападению. Это мы где? Какие-то склады? Дайте вести себя тихо. О, блядь, вот этих я ненавижу, уродов. Ну ничего, у нас есть подствольник. Ассасин. Блядь, что такое? Бочки взрываются. Иди сюда. Так, ладно. Гранатки кончились. Шуточки тоже. Ассасина. На тебе, блядь. Прыгаешь здесь, как проститутка. Блядь. Да ты... Да вы охренели, блядь. Я по-другому я с ним не могу справляться. Как-то получилось автомата одного завалить. Но здесь им раз доли, смотрите, они прыгают, как макаки. Мог бы сверху меня завалить просто со снайперской какой-нибудь. Двое здесь валяются. Трое. Троих похоронил. Так, нам сюда. Так, вроде со синами разобрались. Туда, наверх нам. Давайте на этом закончим. Наверх пойдем в следующей серии. Подождите, подождите, нет. Сучара. Ладно, она съебалась вроде. Нет. Ассасин мертв. Так, давайте на этом закончим. И увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам нравится. Всем пока.